В музее-заповеднике Абрамцева открылась выставка «Восстановление». На ней представлены работы, которые прошли через руки реставраторов и вновь обрели экспозиционный вид. 8 реставраторов Абрамцева на высоком уровне работают с масляной живописью, книгами, иконами, тканью, мебелью и керамикой. Наш музей, он отличается от очень многих музеев, потому что не каждый музей может себе позволить, да, держать в штате, да, сотрудников, которые занимаются действительно возрождением тех предметов, и которые мы храним. А еще удивительнее, что не каждый музей может себе позволить держать таких сотрудников. Татьяна Ивановна Бабурина первой поступила в реставрационный отдел Абрамцева 45 лет назад. В строю по сей день выполняет сложнейшие работы, например, оживляет акварель на пергаменте. И как мой куратор говорила всегда, что наша работа очень похожа с работой минера. Нельзя ошибаться. Вот. И прежде чем приступить к работе, нужно обязательно все продумать не один раз. Реставраторы почти волшебники, восстанавливают утраченные части скульптур и собирают их из руинированного состояния, восполняют утрату красочного слоя, деформацию холста. В их руках оживает дерево. Страницы столетних манускриптов и нарядов, которых форсили модницы прошлых веков, собираются из фрагментов. Поступает работа, и она, конечно, очень в плачевном состоянии, и не знает даже, как за нее браться. Но в ходе работы потом как-то проникаешься в нее. И уже, когда ты уже завершаешь этот процесс, то уже просто с ней не хочется расставаться. Выставка работ, выполненных реставраторами Абрамцева, открыта до 16 января. Обязательно возьмите экскурсию, чтобы узнать об удивительных реставрационных приемах. Оксана Мирошникова, Вячеслав Шумов, программа «События».